Здравствуйте, меня зовут Хан Дмитрий Сугитович. Я заведующий отделением инсульта в Краевой клинической больнице номер 1. Практически в каждой приморской семье есть автомобиль. И каждый владелец автомобиля задумывается о здоровье автомобиля, проходит периодическое техобслуживание, прислушивается, приглядывается. Но, к сожалению, наши приморцы не так тщательно следят за своим здоровьем. Если мы за своим здоровьем не следим и задумываемся о нем только лишь когда что-то случается, то на самом деле случиться это может и на дороге. Поэтому, конечно же, хотелось бы, чтобы неприятностей не было у людей, да, и чтобы вы точно так же, как следите за здоровьем своего автомобиля, следили и за своим здоровьем тоже. Давайте будем соблюдать правила дорожного уважения.